Безусловно, атмосфера и аура, которая царит сейчас в Минске, это, ну, может, я думаю, что любой город Европы позавидовать. Может быть, и в Америке такого не увидишь. То же самое и в Латвии, в Риге. И мне кажется, не только дворцы спорта, но и страны сейчас уделяют большое внимание развитию нашего вида спорта.